Добрый день. Здравствуйте. Стой. Привет. Вообще привет, Сережа, камера. Привет. Сейчас мы находимся на Грабарях у семьи многодетной. Мама ожидает еще четвертого ребенка. Да. Да. Вот эти малыши наши замечательные. И мы приехали их проведать. Вот привезли наших два продуктовых набора для такой большой семьи. Сейчас они восстанавливают свой дом. Это ваш дом, в него были попадания, да? Да. И с той стороны, и с той стороны. То есть он сильно был разбит? Сейчас смотрю. Стекла, фундамент, шифер. Во дворе тоже. Очень сильно был разбит. Да, вы, знаю, снимаете квартиру? Да, сейчас вы сеноваты уже. Я сеновата, и пока не отремонтируете дом, да? Да, но потихоньку восстанавливаю. Потихоньку восстанавливаете. А скажите, сейчас обстрелы, вот в Ясиновато, здесь на Грабарях, они усилились? Ну, раньше их вообще не было, сейчас есть опять. Слышно, вот часто происходит. Стреляют, да? Дети уже, наверное, отвыкли от обстрелов, да? И приходится теперь привыкать. Все равно, когда стреляют, к стенке ложатся, на скрывать, как стоит удобно, уже к стенке, чтобы, не дай бог, идти. Спасибо огромное, дорогие друзья, за ваше милосердие, доброту, за то, что вы помогаете деткам, живущим на линии фронта. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.